Я не могу, у нас с тобой какие-то... Под нас пытаются сожрать. Я не знаю, у нас с тобой походы какие-то бешеные, Миша. Столько зомби просто перебили. Толстый. У меня две стрелы, слышь. У меня уже нет патронов. Я, подожди, я сейчас. Сейчас все будет. Да ступай! Тупая, блин, медицинка. Сейчас я... Слышь, а что я за досочки делаю? Зачем они? Мать! Нет. Что происходит? Я провалился туда. Ты живой? Да, я убежал. Поднялся по другой стороне и иду к тебе. Так, подожди, у меня же перья есть. У меня всего три пера. Миша, есть перья? Отойди от края подальше, я провалился с краю вниз. Да это пофигу, у тебя, говорю, перья-то есть? Откуда? Круто. Как мне делать стрелы, если у меня всего три пера? Три пера ты поймал? Угу. Пипец, в натуре, у меня сейчас всего будет три стрелы. Я же не собирал перья, это ты собираешь. Пипец! Погоди. Собирай в следующий раз. У меня всего три стрелы. Слушай, они расходятся. Потихоньку, в разные стороны. Но все равно запалили опять по новой. Блин, они так странно ходят, конечно. Они же зомби. Ну, согласен. Все, так же будете ломать здесь, да? Не пыльте меня. Вот и все, отстрелялся. Короче, сваливаем, мне перья нужны куда-нибудь. Слышь, вон я вижу какую-то стенку, погнали туда. Это город, из которого мы убегали. Да? Мы по кругу пробежали и к городу вернулись. В натуре. Так что бежим вон туда. Приехали, стоп, это наш же дом или нет? Нет, это не наш дом. Вон тут перья есть в мешках, собирай. Я возьму. Ау. Мое очко. Ладно. Тут тоже есть перья. В белом мешке.